Глава Владивостока Константин Шестаков вручил грамоты и материальное поощрение педагогам образовательных учреждений города, а именно победителям и финалистам городских, краевых и всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Награждается Красникова Ольга Анатольевна, воспитатель Центра развития ребенка и детский сад номер 3 города Владивостока. В ходе встречи педагоги предложили расширить конкурсную линейку и проводить больше тематических образовательных мероприятий в городе. Поздравляю вас. Спасибо. Беседуя с учителями и воспитателями, Константин Шестаков рассказал о планах в части развития образования, которые касаются не только организации комфортных условий работы в учреждениях, но и развития учебных программ. Это создание профильных классов совместно с государственными ведомствами и крупными городскими предприятиями. Так, в списке текущих проектов – строительство новых современных школ в районах Снеговая Пать и Патрокол. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.